первую очередь хочу поблагодарить всех тех людей, которые ежедневно, да и вообще, молились за политзаключенных, за наше освобождение. Это действительно очень большая поддержка, которую мы на самом деле чувствуем. Освобождение следующим образом произошло. Когда мы находились на производственной зоне, пришел начальник отряда, который просто позвал с собой. Когда мы зашли в кабинет, он сказал: «Это твой светлый день, ты теперь свободен». Вот, в общем-то, и все. Далее обычная процедура по освобождению. Ничего они от меня не добились. Хотя предлагали написать даже обращение вроде: «Прошу рассмотреть вопрос о моем освобождении из мест лишения свободы, соответствующего действующим законодательством». Мы говорили, что здесь нет никакой сделки совестью. Однако я сказал ему, что сделка совестью где есть и где нет, виднее мне. И с никакими обращениями я к Лукашенко не собираюсь обращаться. Прошениями, заявлениями, жалобами также. Вот, в общем-то, и все.